На игру с ротором главный тренер самарских крыльев Александр Тарханов в стартовом составе выставил сразу двух нападающих, что он делает нечасто. Из первых же минут хозяева устроили штурм ворот гостей. И если бы не голкипер Чичкин, поймавший в этот вечер кураж, не миновали бы волгоградцы разгрома. На 30-й минуте за снос Рашевского Веселовский указал на 11-метровую отметку. Вратарь ротора отбил и удар Коряки, и повторный Радимова, подоспевшего на добивание. Справился Чичкин и чуть позже с мощным выстрелом Пошкуса в упор. Лишь с дальним ударом из разряда неберущихся, все того же Коряки, он поделать ничего не смог. После перерыва голкипер гостей продолжал творить чудеса, однако его энтузиазма не хватило полевым игрокам ротора, которые так и не сумели создать ничего опасного на половине поля соперника.